Всем привет, вы на канале Beer Hunter. Сегодня будем стрелять из Doom Mini и из Doom Armageddon. Одинаковые арбалеты по структуре плеч, но разные по размеру. Давайте с Doom Mini начнем, а потом резюмировать будем. По три стрелы выпустим, а потом к мишени подойдем и посмотрим. Единственное, что сегодня ветер порывами бывает. А теперь давайте из большого арбалета постреляем. Так, приклад разложим. Козырек мешает, сай. И ветер там маленький. Смотрите, слышите, ветер какой гуляет. Ну все, ветер пошел. С Doom Mini нормально обстреляли. Ветра как такового не было. А там в оптику смотрю, прям листва гуляет нехило так. Здесь-то ветра особо нет, а там прям ветер хорошо так гуляет. Ну что ж, пойдемте теперь посмотрим к мишени. Ну вот смотрите. Толстые стрелы — это от Doom Армагеддона. Тонкие — от Doom Mini. Смотрите, разлет какой. Ну, это вот стрела, я сразу сказал, ветер дуванул. Потому что я в оптику посмотрел, и как раз ветер на ветками гулял. Я про то, что кучность. Встаньте с этой стороны. Вот, смотрите. Doom Армагеддон, большой арбалет элитный. Видите, все кучно бьет как надо. Маленький арбалет, как бы, видите, одну стрелу попал, другие все равно. Я к тому, что, видите, разлет у маленького арбалета побольше, а вот Doom Mini, вот, а Doom Armageddon, смотрите, как кучно бьет. Ну, пошли туда. Ну что ж, резюмируем. Короче говоря, это у нас идет винтовка. Сами видели, кучность какая. А это у нас идет пистолет. Поэтому отсюда и вывод. Что вы хотите от пистолета с 33 метров? Даже вот если взять огнестрельное оружие, пистолет с 33 метров, я не думаю, что у него такая кучность будет. Ну или подальше расстояние взять, это все-таки огнестрельное оружие. Так что вот отсюда резюмируем. Если вы хотите точность и кучность, вам нужна винтовка. А винтовка среди арбалетов — это большие арбалеты. А маленькие арбалеты пистолетного типа, они где-то рассчитаны метров до 20, ну максимум 25, но все равно... Хоть они рассчитаны на маленькое расстояние, вы посмотрите, Doom Mini шандарашит-то хорошо прям. Одна стрела прям точно прилетела в центр мишени. Так что что могу сказать? Beer Hunter делает нормальную продукцию. Мне нравится стрелять, особенно из их арбалетов. Какие бы вы там комментарии не писали, я кайфую просто от продукции Beer Hunter. Как стрелять? Мне нравится стрелять из арбалетов. Огнестрел я не люблю. Луки слишком геморройно, там учиться много надо. А арбалет зарядил, стрелу вложил, прицелился, стрельнул, все нормально. Ножи, повторюсь, метать долго учиться. А стрелять из лука тоже долго. Огнестрел шумно слишком. А вот арбалет — это самое то. Так, ладно, резюмируем еще раз. Пистолетный арбалет рассчитан на маленькие расстояния. Но в отличие от этого, видите, Doom Mini стреляет, зашибись, сами видели. Кучность хорошая, даже для пистолетного арбалета с 33 метров. Doom Armageddon, один раз сам он, ветерок пошел, и маленькая стрела ушла. Вниз чуть-чуть стрела ушла. Но здесь 43 килограмма, и здесь 43 килограмма. Максимально разрешенная мощность у арбалетов. Сюда поставить, конечно, помощнее, но у меня разрешения нету. И он будет вообще, ребята, бить. От стрелу бить. Короче, как-то вот так вот. Подписываемся на канал Beer Hunter, пишем комментарий.
И вот я вам сейчас сказал. Если хотите на маленьких расстояниях стрелять, вот, пистолетный арбалет. Если хотите на дальних расстояниях стрелять, Doom Armageddon. Или Doom Military, либо Mamba Fatality у Берхантера есть. Насчет других марок арбалета, ну не знаю, наверное, скоро надо будет купить другие арбалеты и протестировать, как они стреляют. Потому что что, только продукцию Берхантера стрелять, надо и другие. Кстати говоря, пишем комментарий, как вам такая идея. Взять другие арбалеты от других производителей и протестить, какие арбалеты лучше других фирм, и сравнить их с Берхантеровской продукцией. Всем пока, до новых встреч.